Детское радио представляет. Коля, Тима, Женя, Маша, Константин, Сергей, Филипп, Вася, Оля, Зина, Даша, Джонни, Мэри, Сэм, Архип, Света, Ира, Лена, Петя, Витя, Мартинис, Антон. Много есть имен на свете, может целый миллион. Что значит «наши имена»? Слушай, Кипитош, а у тебя бывает такое, что вспоминаешь о чем-то таком, ну, неприятном, и снова это чувствуешь? Ну, наверное, у всех так бывает. А что у тебя случилось? Да, это, неловкая ситуация. Весношка, ты тут не красней мне, а расскажи лучше. Может, я чем-то помочь смогу, ну или просто поддержу. Да чем тут поможешь уже? В общем, пришла я в гости к подружке Кате. А там ее сестра была. Ну, мы с ней поздоровались, а подруга нас не представила и ушла куда-то. Я ей говорю: «Привет, я Веснушка». Ну и что, все правильно сделала? А она отвечает: «Привет, я рада». Я говорю: «Я тоже рада познакомиться. А тебя как зовут?» Ну, и в чем дело-то? Она отвечает: «Я рада». В общем, мы долго по кругу ходили, а потом подруга моя Катя вернулась и рассказала, что, оказывается, это имя такое – Рада. А я даже и не знала, что такое есть. В общем, так неудобно было. Да не смейся ты! Я не могу. Не смейся. Да как тут не смеяться, если твоя история на анекдот похожа? Ничего не анекдот. А очень даже неудобная ситуация. Ничего ты не понимаешь. Я теперь к Кате вообще никогда в гости ходить не смогу. А мы только подружились. Да погоди, погоди. Действительно, имя Рада редкое. Потом, невозможно знать все на свете имена. Но зато теперь ты его точно не забудешь. Слушай, а оно значит то же, что и слышится? Радость? Примерно. Видишь ли, имя это древнеславянское. То есть корень нам понятный и знакомый. Но совсем-совсем давно оно значило скорее «веселая». А еще оно часто бывает сокращением других имен. Это каких? Например, «Радослава» или «Радомира», «Радосвета» или просто «Радость». Ух ты! Надо будет узнать, какое полное имя у Рады. Кстати, мальчиков тоже вполне можно называть Радомиром, Милорадом или Радославом. Звучит. О, видишь, какое имя интересное. Старинное, былинное. Сейчас многие такие имена возвращаются. А интересно, как мальчиков Радославов и Радомиров называют сокращенно? Думаю, что Радик, Славик или Радя. Придумать можно много чего. Главное, чтобы самому человеку нравилось, как его называют. Согласна, Кипитоша. Имя должно радовать. Что значит «наши имена»?